Здравствуйте, меня зовут Даша, я приглашаю вас на свое занятие по интервальной аэробике. Мы начинаем. Встаем, плечи расправляем, ноги широко, делаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, спину расправили, ноги чуть уже, шаг open step, не спешим, open. Продолжаем, спокойно дышим. Представьте, что на голове у вас стакан с водой. Вы не прыгаете. Шаг желательно делать с пятки на носок. С пятки на носок. Добавляем руку. 8, 7, 6, 5. Еще 4 раза. 4, 3, 2. И захлёст. Плечи расправляем. Делаем вдох. Выдох, марш, 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 марш. Добавьте руки, за макушкой тянитесь вверх. Не напрягайтесь, но подтяните живот. Расправьте плечи, не сутультесь. Вдох. Внимательно. Левой ногой, open step, шаг в сторону, в сторону. Руки на талии. Держимся. Не спешим. На голове стакан с водой. Продолжаем. Хорошо. Добавляем руку. Добавляем. Спина ровная. Сильно не наклоняйтесь вперед. Ноги чуть-чуть согнуты. Еще 4, 3, 2. Внимательно. Захлёст. Curl leg. 8 раз. 7, 6. Не спешим. 5. Осталось 4, 3, 2. У вас curl, посмотрите. Step touch. Step touch. Со мной. Руки. Руки произвольно. Если вам некомфортно, совершенно спокойно, можно поставить руки на талию, только расправьте плечи. Макушкой тянемся вверх. Это только разминка. Мы разогреваемся, готовим мышцы к работе. Еще также 4 раза. 4, 3. Вы продолжаете. 2. У меня 2 шага в сторону. Вместе со мной. Дабл степ тач. Дабл. Хорошо. Дабл степ тач. Продолжаем также. 4 раза. 4. Осталось 3. Хорошо. Ноги до конца не выпрямляем. 2. Последний. И по одному. Только здесь. Только здесь. Хорошо. Double step touch. В сторону. Отлично. Продолжаем. Только по одному. Step touch. Step touch. Шаг. Внимательно. В сторону. Вместе. В сторону. В сторону. В сторону. Еще раз. Внимательно. Последний. И степ-тач здесь. 4, 3, 2. Дабл степ-тач. В сторону. 3. Осталось 2. Последний. Только степ-тач здесь. По одному. По одному. Еще 4, 3. Осталось 2. Внимательно. В сторону. Дабл степ-тач. 3. Хорошо. 2. Внимательно по одному. Только здесь останавливаемся. Еще 4 раза. 3. Внимательно. Я меняю open step. Мы это делали в самом начале. Со мной, с рукой. Хорошо. Спина ровная. Не спешим. На голове стакан с водой. Макушкой тянемся вверх. Живот подтянули. 4, 3, 2. Добавляем плечи. Плечи. Только плечи. Хорошо. Спину держим ровно. Продолжаем. Меняем на захлёст. Curl leg. Curl. У вас curl. Вы продолжаете и смотрим. У меня мамбо. Вперед. Мамбо. Шаг вперед. С пятки на носок. Пятка. Сзади только носок. Пятка. Носок. Еще. 4, 3, 2. Если у вас не получилось, еще раз. 8 раз. 8, 7. Хорошо. 6, 5. Продолжаем. 4, 3. Внимательно. 2. И мы меняем на V-step. Латинская буква V рисуем ногами. Шаг в сторону вместе. В сторону вместе. Еще так же. 4, 3. Надеюсь, у вас получилось? Или еще раз повторим? 8 раз. Поехали. 8, 7. 6. Не пугайтесь, я добавлю руки. Просто в стороны. 4,
Три. Внимательно. Два. У вас вистеп, а у меня мамбо вместе со мной. Восемь раз. Семь. Шесть. Я добавляю руки, если хотите, вместе со мной. Еще. Выдох. Спина ровная. Внимательно. Вистеп с руками. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще так же. Четыре. Три. Отлично. Два. Внимательно. Мамбо. Вперед. Четыре раза. Руки. Четыре. Три. Спина. Два. Хорошо. Ви-степ. Латинская буква Ви. Руки в стороны. Высоко не поднимайте. Да, осталось два раза. Хорошо. Мамбо. Внимание. Два раза. Два. И ви-степ также два. Врозь-врозь вместе. Врозь-врозь вместе. Мамбо. Два. Внимательно. Слушай меня, ви-степ. Сейчас степ-тач. Шаг в сторону. Степ-тач. Есть. Надеюсь, у вас получилось. Не спешим. Спокойно, плечи ровно, живот подтянули. Еще четыре. Три. Шаг с пятки на носок. С пятки на носок. Open step. Рука. Я надеюсь, вы чуть-чуть разогреваетесь. Хорошо. Четыре. Три. Захлёст. Вместе. Выдох. Спина ровная. Держим. Внимание. Сейчас skill leg по два. Здесь два раза. Два. Также здесь. Два. Два. Все просто. Добавьте руки, вам будет легче. Продолжаем. Два. 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 А вот теперь слушайте меня внимательно. И один, один, два. Один. Один. Два. Да. Один. Один. Два. Еще раз. Один. Один. Два. Последний раз. Держитесь. Один. Один. Два. И степ-тач. Степ-тач. Хорошо. Также плечи расправляем. Осталось совсем чуть-чуть. Еще четыре. И мы повторим. Три. Надеюсь, у вас все в порядке. Макушкой тянемся вверх. Кёл-лэк. Один, один, два. Со мной. Один. Один. Два. Еще раз. Один. Один. Два. Последний раз. Один. Один. И степ-тач. 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 Уже правая нога. Правая. Также. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще. Четыре. Три. Улыбайтесь. Два. Это же все так замечательно. Вы становитесь здоровее. Еще. Хорошо. Захлёст. Внимательно. Захлёст. Еще так же четыре раза. Все по одному. Четыре. Три. Внимательно. Два. Правой ногой. Мамбо вперед. Мамбо. Восемь. Только руки. Семь. Шесть. Мы это делали с другой ноги. Пять. Еще четыре. Три. Хорошо. Еще два. Я надеюсь, у вас получилось. Но еще раз. Со мной. Восемь раз. Мамбо. Восемь. Семь. Шесть, пять, четыре, три. Все просто. Два. Внимательно. У меня ви-степ. Врозь-врозь вместе со мной. Вместе. Хорошо. С пятки на носок. С пятки на носок. С пятки на носок. Продолжаем. Ставим стопы на пол четко. Хорошо. Плечи расправьте. Последние восемь раз, чтобы точно получилось. Восемь. Семь. На голове стакан с водой. Шесть. Мы помним. Хорошо. Еще четыре. Выдох. Дышим спокойно. Хорошо. Внимательно. Мамбо вперед. Мамбо. Восемь. Семь. Хорошо. Шесть. Пять. Еще. Четыре. Три. Два. Внимательно. Ви-степ врозь вместе. Врозь и добавим руки. Мы уже помним это. Добавляем. Добавляем. Еще четыре. Три. Два. Внимательно. Мамбо. И помним руки в стороны. Возвращаем. Все то же самое. Все то же самое. Хорошо. Еще четыре. Четыре. Три. Два. Ви-степ. Врозь. Врозь. Руки. Готовы? Хорошо. В стороны. Вверх. В стороны. Вверх.
Вверх-вверх, вниз-вниз. Сейчас будем сокращать. Будьте внимательны. Мамбо. Вперед. 4 раза. 4. 3. Хорошо. 2. Отлично. Ви-степ. Врозь. Врозь, врозь, вместе, вместе. Врозь, врозь, вместе. Врозь. Хорошо. Мамбо. Вперед. 2 раза всего. 2. 2. Ви-степ. 2. Врозь, врозь, вместе. Врозь, врозь. Мамбо. 2. В стороны руки. Внимательно. Степ-тач в сторону. Просто степ-тач. Получилось. Open step. Шаг с пятки на нас. Широко. Только так, чтобы вам было комфортно делать движение. Внимательно. Опускаемся на бедра. Плечи ровно. Макушкой тянемся вверх, но не напрягайте шею. Не надо смотреть вперед. Еще 4. 3. 2. Внимание. Останавливаемся здесь. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Руки на бедрах. Надеюсь, вам этого несложно выполнять. Еще 4. Выдох. Мы растягиваем приводящую мышцу. Готовим ее к работе. То же самое. В другую сторону. Вниз. Вверх. Таз ровно, четко посередине, вес тела распределен. Вниз. Выдох наверх. Вниз. Выдох. Вниз. И выдох. Вниз. Хорошо. Согните 2 ноги. Плечи. Вниз. И в другую. По диагонали. Только плечи. Ваша спина ровная, неподвижная. Живот подтянут. Носки вперед. Хорошо. Внимательно опустите макушку. И круглой спиной вверх. Выдох вверх. Выдох вверх. Выдох. Еще 4 раза. 4. 3. 2. Внимание, мы поднимаемся вверх, делаем вдох и выдох. Надеюсь, у вас голова не загружилась. Резко мы не поднимаемся. Чуть собираем ноги. Расправьте плечи, потянитесь в сторону. И в диагональ широчайшая мышца спины растягивается. В другую в сторону. В диагональ широчайшая. Расправьте плечи, вытянитесь за макушкой вверх, соберите ноги. Потяните к себе левую ногу, пятка подтянута к ягодице. Вытягиваемся за макушкой вверх. Шагаем назад, носок потяните на себя. Растягивается задняя поверхность бедра. Таз держим ровно. Мы делаем вдох, расправляем плечи. Вторая нога. Держим спину ровно. Смотрите на что-то, чтобы вам было комфортно. Если неудобно держать равновесие, обопритесь. Еще раз вдох. Шагаем назад, носок на себя вверх. Отлично. Соединяем 2 ноги. Круглой спиной потянулись вверх. Плечи расправили. Делаем вдох. И выдох. Еще раз вдох. Плечи расправляем. Правой и левой ногой. Марш, 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 марш. Спина ровная. Все те движения, которые мы делали на разминке, они вам уже знакомы. Мы будем делать и здесь. Я немного их буду менять. Вам будет удобно. Степ-тач. Шаг. Это мы помним. Все просто. Все просто. Улыбнитесь себе, вы молодцы. Еще. Не спешим. Не спешим. Внимательно. Open step. Open. 8. 7. 6. 5. 4. Первый интервал. Аэробный. Динамичный. Степ-тач со мной. 4. 3. 2. Внимательно со мной. Дабл степ-тач в сторону. 2 шага в сторону. Возвращаемся. 2 шага в сторону. Я немного поменяю. Грейпвайн. Шаг с пятки на носок. Добавим руки. С пятки на носок. Не прыгать. Хорошо. Если не получается, отставьте предыдущий вариант. Захлёст добавляем. Захлёст. Грейпвайн. 7 раз еще. 6. Если у вас есть место, можете делать активнее. Еще. Хорошо. Внимательно. Последний раз. И мамбо вперед. Мамбо. Все просто. Все просто. Руки. Да? Еще 4 раза. 4. 3. Внимательно. 2. Грейпвайн. В сторону. 5 раз.
5. Захлёст. 4. 3. Отлично. 2. И мамбу вперед. 3 раза. 2. Последний. Грейпвайн. Грейпвайн со мной. Хоп. Еще. Отлично. Последний. И мамбо. Мамбо. Уже другая нога. Заметили? Продолжаем. Продолжаем. Грейпвайн в сторону. 3. Сокращаем. 2. Последний. И мамбо. Мамбо. Еще 4. 4. 3. 2. Грейпвайн. 3 раза в сторону. Оп. Да. 2. 1. Мамбо. 5. Да. 4. 3. 2. Еще больше сократим. Грейпвайн. Пам. Еще раз. И мамбо, 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 степ-тач, 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 грейпвайн, оп, захлёст, оп, еще раз, мамбо, и степ-тач, 4, 3, 2, внимание, начало, грейпвайн, 3, оп, 2, мамбо, степ-тач в сторону. Оп. Да, еще 2 раза. Оп. Левая нога сначала в сторону. Оп. Оп. Последний раз. Мамбо. Мамбо. Степ-тач. Степ-тач. Есть? Последнее усложнение. Мамбо поворот будет. Вы на меня смотрите. Грейпвайн в сторону. 3. Все, оставляем. 2. Мамбо. Пивот. Шаг. Степ-тач. Оп. Есть. 3. Осталось 2. Внимание. Грейпвайн. Продолжаем. Еще раз. Последний. И мамбо. У вас просто мамбо, а у меня пивот. И степ-тач. Степ-тач. Все просто. Еще 2 раза подряд. Внимательно. С поворотом. Сразу. Грейпвайн в сторону. Хей. Оп. Захлёст. Еще раз. Пивот, пивот. Степ-тач, степ-тач. Хоп. Отлично. Молодцы. Надеюсь, есть, да? Последний раз. Грейп вперед. Хоп. Еще раз. И пивот, пивот. Пивот, степ-тач. Оп. Хорошо. Руки. Open step. Open step. Open step. Плечи. Плечи. Вдох. И выдох. Спина ровная. Еще раз вдох. Выдох, уже ноги, уже ноги, уже ноги. И марш, марш, марш. Если у вас приготовлены гантели, возьмите их, пожалуйста. Если нет, ничего страшного, вы можете продолжать с нами без веса. Берем гантели. Встаем, ноги широко, носки в стороны, плечи расправили. На 2 счета приседаем вниз и поднимаемся вверх со мной. Вниз, вниз, вверх. Не сутультесь, слишком глубоко приседать не надо. Не округляйте спину и не расслабляйте живот. Здесь все ровно. Вниз. Вниз. На каждый счет довольно-таки быстро. 8, 2 восьмерки. 7. И выдох вверх. 6. Выдох. 5. Еще. 4. Выдох. 3. Держитесь. 2. Еще одна восьмерка. Продолжаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Мы работаем на приводящую мышцу, на мышцы бедра. Прорабатываем их активно, улучшаем их состояние. Пружиним внизу спокойно. 3, 2, 1. Подъем вверх. Еще раз. 3, 2, 7 пружин. Проехали. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Собираем ноги. Стопы параллельно, ягодицы потяните, плечи расправьте. Подъем рук вверх и вниз, на 2 счета. Вверх, вверх, вниз. Руки чуть-чуть согнуты, чуть-чуть. Высоко не поднимаем, в пояснице не прогибаемся. Вверх, вверх, вниз, вниз. Мы работаем на мышцы плеча, на передний пучок дельтовидной мышцы. Еще вверх, вверх. Сейчас будем работать динамичнее, но поочередно. Вы готовы? На каждый счет поочередно вверх. Рука, выдох, выдох, выдох,
Выдох. Хорошо. Еще выдох. 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 Внимательно две руки разведения в стороны. В стороны. В стороны. Вниз. Средний пучок дельтовидной мышцы. Здесь. На каждый счет будем работать не скоро, поэтому сконцентрируйтесь. Не спешите. Плечи расправьте. А вот сейчас динамично. Поехали. 8 раз. 7. 6. Хорошо. 5. Еще 4. 3. 2. Отлично. Поочередно вперед. 8. 7. Хорошо. 6. Продолжаем. 5. Еще 4. 3. Осталось 2. Выдох на усилие. Руки становятся сильными в стороны. 8. Отлично. 7. Да. 6. Хорошо. 5. Не расслабляйте живот, не расслабляйте ягодицы. Осталось чуть-чуть. Вверх, вниз. Опустили руки, широко ноги, плечи расправили. На каждый счет мы уже знаем эти приседания, да? Вниз и вверх. Проверьте, чтобы ноги стояли на одной линии. Носки были чуть развернуты в стороны. Не прогибайтесь в пояснице. Вниз, вверх. 8, 7. Улыбайтесь сами себе. Отлично. Продолжаем еще. 4, 3, 2. Умница. Пружиним здесь. 7, 6, 5, 4. Дышим. 3, 2, 1. Еще раз. Вниз. 7, 6, 5, 4. 3. Плечи расправьте на каждый счет. Держитесь. 8. Хорошо. 7. Еще. 6, 5, выдох, 4, выдох, 3, выдох, 2, последний раз, последняя восьмерка, я верю в вас, 8, 7, ягодицы зажимаем, 6, помним, да, что работают мышцы бедра, если вы устали, отдохните, не надо таких жертв, спокойно, в удовольствие, хорошо, последний раз, вверх, поднялись, собираем ноги, вспоминаем работу рук, в стороны, разведение в стороны. Это последний подход. И будем дальше танцевать. Отлично. Вверх. Хорошо. Вперед поочередно. Работаем. 8, 7, 6. Если вы устали, кладем гантели и без гантелей, как я. Выдох. Правда, я не устала, но я с вами. В стороны. В стороны. Поехали. 8, 7. Еще 6. 5. Не прогибаемся в пояснице за макушкой, тянемся вверх. Ноги чуть-чуть согнуты, чуть-чуть. Сядьте. Не выпрямляйте ноги до конца. Вперед. Поочередно. Последняя восьмерка. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем плечи, расправляем. Аккуратно берем гантели в одну руку и кладем вниз. Кладем, опускаем на пол, плечи расправьте, потяните плечи. Небольшой марш. Небольшой. Другая рука. Другая. Основная часть продолжается. Мы приступаем к третьему интервалу. Готовы? Open step. Open. Open step. Плечи расправляем. Улыбайтесь. Вы должны делать это с хорошим настроением. Step touch. Добавляем руки. Если устали, руки на талии, как хотите. В стороны. Вспомним самое начало. Да? Надеюсь, помним. Не забыли. Grapevine. В сторону. 3. Осталось 2. Mambo pivot. Готовы? Pivot. Step touch. Step touch. Динамично. Можно руки вперед, как есть. Грейпвайн в сторону. Поехали. Оп. Захлёст. Оп. Пивот. Сейчас. Внимательно. Степ-тач. Степ-тач. Еще раз и дальше. Окей? Грейпвайн. Вперед. Хей. Оп. 2. Пивот. Пивот. Оп. Степ-тач. 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 И правой ногой. Давайте. Оп. 2, 1, пивот, степ-тач, степ-тач, оп, внимательно, у вас степ-тач, а я его меняю на вистеп, нам известно, мы помним это, мы это делали на разминке, вистеп уже со мной, подключайтесь, врозь-врозь вместе,
Врозь вместе. Я добавляю руки в стороны. В стороны. Хорошо. Устаете? Нет? Хорошо, продолжаем. Еще 4. 3. 2. Степ-тач здесь. Степ-тач есть. Да? Меняем степ-тач на неап. Тянем носок. Макушкой тянемся вверх. Еще. Хорошо. Внимательно. Ви-степ. Готовы? Поехали. Хай! Оп! Руки. Руки. Еще 4 раза. 4. 3. 2. Внимательно. Колено вверх, не об сторону. Оп. Да, все просто. Надо соединить руки. Еще. 4. 3. 2. Ви-степ. Вперед. 4. 3. Осталось. 2. 1. Не об. Оп. Оп. Последний раз. Ви-степ. Оп. Хорошо. Ни-ап. Ни-ап. Вверх. Последний раз. И ви-степ. Ви-степ. Оп. Ни-ап. Один. 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 Степ-тач. Оп. Есть. Выучили? Запомнили? Есть? Нет? Надеюсь. Еще 4. 3. Внимательно. Вспомним начало. Да? Грейпвайн, я с вами. Хей! Захлёст. Грейп. Захлёст. Захлёст. Пивот. И степ-тач. Степ-тач. Есть? Остаемся у вас правая. А у меня ви-степ здесь. И со мной. 8 раз. Руки. 8. 7. 6. Хорошо дышим. 5. Отдыхаем. 4. 3. Внимание, 2, и сразу же колено вверх, пробуем, 8, 7, хорошо, 6, за макушкой тянемся вверх, 5, продолжаем, 4, 3, 2, внимательно, ви-степ, правая, хай, да, а руки не забываем, еще 4 раза, чтобы точно закрепить, 4, 3, шаг с пятки на носок. 2. Колено вверх здесь. Давай, оп. Да, держать колено. Чем выше, тем лучше. Да? Я уже вспотела довольно-таки жарко. Еще. Хорошо. Внимательно. Ви-степ. Вперед. Хоп. 4. Руки. 3. 2. 1. Ни-ап. Колено вверх. 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 Последний раз. Вверх. Ви-степ. 2. 1. Ни-ап. Оп. Пока не добавляем, да, руки? Все просто. Ви-степ. Вперед. Оп. 1, 2. Ни-ап, ни-ап, ни-ап. Эй. Эй. Степ-тач-ай. Правый. Правый. Все просто? Есть? Запомнили? Надо соединить. Готовы? Еще также 4. 3. Надо соединить. 2. Внимательно. Начало. Грейпвайн. Грейпвайн. Захлёст. Захлёст. Внимательно. Пивот. Степ-тач. Степ-тач. Оп. Еще. 3. 2. Внимательно здесь. Ви-степ вперед. Оп. Ни-ап. Ни-ап. Пока руки. Руки не подключаем. И степ-тач. Степ-тач. 4. Пока руки оставьте. Вспомним позже. Я надеюсь. Грейпвайн, начало. Хей, оп. Отлично. Пивот со мной. Оп. Степ-тач. Хей, вы еще здесь? Да? Надеюсь, да. Продолжаем. Здесь. Ви-степ. Правая. Оп. Оп. Ни-ап. Колено. Колено. И степ-тач. Степ-тач. Есть? Все просто. А теперь убираем степ-тач. Попробуем. Начало. Грейпвайн. Вперед. Хоп. Захлёст. Еще раз. Хоп. Поворот. Пивот. Ви-степ. Вперед. Оп. Здесь. Ни-ап. По одному. Хоп. И только степ-тач. Здесь. Есть. Я надеюсь. Получилось. Хорошо. Продолжаем. Еще отдохнем.
Четыре раза. Четыре. Три. Отлично. Два. Последний раз. Грейпвайн. Начало. Хоп. Захлёст. Захлёст. Пивот. Пивот. Мы помним. Ви-степ. Сразу. Оп. Да. Здесь колено. Вверх. Оп. И степ-тач. Все. Есть. Самое главное это запомнить. Сейчас будет силовая часть. Да? Open step. Open. Плечи. 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 Чуть ноги уже. Плечи, чуть ноги уже. Хорошо. И марш. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Спина ровная. Ставим ноги чуть шире. Берем гантели. Нам необходимы гантели. Если не хотите, если тяжело, без гантели. Поднимаем руку вверх. Сгибаем локти. Фиксируем локоть. Таз вперед. Живот. Подтянули. Вверх. Вниз. Работаем на трицепс. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Выдох на усилие. 8. 7. До конца разгибать не надо. Мы должны чувствовать здесь. Выдох. 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 Две руки соединили, держим гантель. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Я говорю, если вы устали, кладите гантель. Голову, макушкой тянемся вверх. И голову как будто зажимаем между рук. Локти в стороны не должны уходить. Отлично. Гантели в другой руке. Зафиксировали локоть. Вверх, вниз. Вверх, вниз, выдох, вдох, выдох на усилие, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, опускаем, плечи расправляем, гантели аккуратно кладем на пол, шагаем правой ногой назад, левой ногой вперед, расправьте плечи, спина ровная, чуть-чуть согните сзади стоящую ногу, она должна быть на носке, приседаем на два счета вниз и вверх. Вниз, плечи расправлены, живот подтянут, колено за носок не выходит. Если вы чувствуете неприятное ощущение в колене, не делайте это упражнение, просто помаршируйте. Отлично. Работаем на переднюю поверхность бедра. Вниз и вверх. На каждый счет. Вы готовы? Нет еще? Вниз и вверх, и вверх. Совсем чуть-чуть. На каждый счет. Поехали. 8. 7. Сгибаем сзади стоящую ногу. 6. Выдох наверх. 5. Выдох. 4. Выдох. 3. Выдох. 2. Выдох. Внимательно. 3 пружины внизу. 3. 2. 1. Выдох вверх. Вниз. 2. 1. 7 пружин внизу. 7. 6. 5. 4. 3, 2, отлично, плечи расправили, шагнули вперед, далее шагнули назад, другой ногой мы поменяли ноги, будьте внимательны, не делайте на одну и ту же ногу. Вниз, приседание, вверх, руки на талии, плечи расправлены, живот подтянут, вы об этом помните, стремитесь к этому. Помимо того, что вы просто втягиваете в живот, вы не работаете на мышцы, прямые мышцы живота, но вы работаете на поперечную, более глубокую мышцу живота. Поэтому в ваших интересах. На каждый счет. Готовы? Вниз, вверх. Вниз, вверх. Живот подтянут. Подтянут. Еще работаем. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Три пружины внизу. Работаем. Три, два, один. И вверх. Еще раз. Три, два, один. Семь пружин. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, подтянулись, шагнули вперед, берем гантели. Опять гантели в одной руке. Встали, стопы на ширине таза. Ягодицы подтянули, живот втянули. Поднимаем руку вверх, фиксируем. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, не разгибайте сильно. Вверх, вниз. До конца руку ни в коем случае не выпрямляйте. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Выдох на усилие. Еще 8 раз. 8. Продолжаем, продолжаем. 7. Живот подтянули. 6. Таз вперед. 5. Еще 4. 3. 2. 1. Отлично. Аккуратно опускаем гантель. Перекладываем в другую руку. Поднимаем ее. Фиксируем. Отсюда вверх-вниз.
Если вы не чувствуете в трицепсе работу мышцы, вот здесь не чувствуете работу трицепса, вы можете взять побольше вес, побольше гантель. Попробуйте. Если нет, если все чувствуется, я очень рада. Работаем выдох и вверх. Выдох, вниз. Выдох и вверх. Выдох. Еще 4 раза. 4. 3. Можно руку так держать, если вам удобно. Может быть, еще 4? Давайте держать. 4. 3. 2. 1. Опускаем гантель. Кладем подальше куда-нибудь, чтобы она нам не мешала. Мы начинаем с вами работать. Плечи расправляем. Следующий интервал. Самый последний. Танцевальный, динамичный. Растяните трицепс. Растяните трицепс. Другая. Плечи расправьте. Расправьте, чуть шагните ногой вперед, потянитесь. Задняя поверхность бедра. Это мы приседали, нам необходимо растянуть мышцы. И передняя поверхность бедра. Поменяйте ноги. Еще раз. Потянулись. Спина ровная. Приподнялись. Зафиксировали ногу. Таз ровно держим. Плечи расправили. Марш. Марш. Внимательно. Степ-тач. Работаем. Сейчас нам надо только закрепить то, что мы делали до этого. Соединить все вместе. И с руками. Попробуем. Пока без рук. Вспоминаем начало. Я с вами. Грейпвайн. Вперед. Хей. Захлёст. Динамично. Динамично. Это руки помогают. Пивот. Поворот. Мамбо. Ви-степ. Есть? Да? Хорошо. И не об. Колено вверх. Колено вверх. Отлично. Степ-тач. Степ-тач. Отдыхаем. Отдыхаем. Сейчас еще раз сделаем с правой ноги. Все то же самое. В следующий раз добавим руки, а потом все будем соединять. Да? Готовы? Я надеюсь. Поехали. Грейпвайн. Хоп. Хоп. Захлёст. Еще раз. Пивот здесь. Поворот. Ви-степ. 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 Колено вверх. Колено. Еще. Степ-тач. 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 Отлично. Добавляем руки. Добавляем. Грейпвайн. Хоп. Оп. Руки захлёст. Еще захлёст. Захлёст. Пивот. Оп. Ви-степ. Руки. Оп. Хей. Не ап. Посмотрите, посмотрите. Оп. Если получится. Степ-тач. Хоп. Все. Если получится. Если нет, руки на талии. Хорошо? Сначала. Грейпвайн. Хоп. Захлёст. Еще. Пивот. Пивот. Ви-степ. Врозь. Не ап. С колен. Колено. У-ху. Не туда. Хорошо. Степ-тач. Оп. А вот теперь уже нет степ-тач. Уже сразу грейпвайн. И сразу руки. Я с вами. 4. 3. Я надеюсь, получится. 2. Внимательно. Поехали. Грейпвайн. Оп. Захлёст. Оп. Еще раз. Пивот. Готовы? Поворот. Реверс. Ви-степ. Руки. Не ап. Не ап. Колено. И начало. Грейпвайн. Оп. Захлёст. Оп. Еще раз. Пивот. Здесь. Ви-степ. Руки. Руки. Да, не ап. Колено. И начало. Грейп. Оп. Оп. Динамично. Оп. Пивот. Оп. Ви-степ. Реверс. Ай. Все. Не ап. Оп. Колено. Ой, оп. И грейп. Начало. Оп. Ну что, уже получилось? Да? Пивот, пивот. Хоп. Реверс, ви-степ, отлично. Колено вверх. Хоп. Да? Отлично. Грейп. Последний раз. Последний. Последний. Да, молодцы. Пивот. Оп. Ви-степ. Хоп. Да. Держать, держать. Колено вверх. Хай. Эй. Начало. Грейп. Хоп. Оп. Это уже последний раз. Пивот. Оп. Ви-степ. Врозь, врозь. Вместе, вместе. Где ваши руки? Колено вверх. Оп. Оп. Open step. Open. Плечи. Спина. Все ровно. Макушкой тянемся вверх. Осталось совсем чуть-чуть. Спина. Еще 4. Хорошо. 3. И просто степ-тач. Степ-тач.
Степ-тач. Вдох. Я надеюсь, вы разогрелись и почувствовали. Вдох. И выдох. Спина ровно. Еще раз вдох. Выдох. Open step. Сейчас немного расслабимся, восстановим дыхание, сердцебиение и перейдем уже в положение на полу. Окей? Внимательно. Марш. Сейчас поставьте вперед левую ногу, согните две ноги в коленях, небольшие приседания вперед и назад, чуть-чуть вниз, вверх, еще два раза, вниз, вверх. Стоп, потянулись. Спина ровная, макушкой тянемся вверх, вдох, плечи расправили, другая нога вперед, вниз, 6 раз. Еще 4, 3. 2. Стоп. Потянулись. Плечи расправили. Хорошо. Вдох. Опять берем ногу сзади. Прям пятку тянем к ягодице. Держим спину ровной. Потянули ногу к себе. Вращение стопой. Вращение. Только нога. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Есть силы. Держим. Отведение в сторону. Вы можете за что-то держаться, если это необходимо. Опускаем. Плечи расправили. Потянули к себе вторую ногу. Пятка к ягодице. Живот подтянут. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Подтянули к себе колено. Вращение стопой. Вращение. Воу! Держите равновесие. Отсюда вниз нога. Вверх. Вниз, вверх, 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 еще раз, вверх, стоп. Увели ногу в сторону, вы можете держаться рукой. Угу. Хорошо, плечи расправили, ноги широко, вдох, выдох, потянулись. Аккуратно. Если не получается слишком глубоко приседать, либо низко наклоняться, не нужно. Как есть. Самое главное, втяните живот и делайте это с ровной, вытянутой спиной. Не сутультесь ни в коем случае. Вот только сейчас мы растягиваем мышцы спины и тянемся круглой спиной назад. Вдох. Руки назад. Плечи расправьте. Собираем ноги. Хорошо. Плечи расправляем. Сейчас, внимание, мы переходим на пол. Шагаем правой ногой вперед. Оу, можно левой, не принципиально. Сгибаем ногу в колени, опускаемся вниз, встаем на колени, ноги на ширине таза, плечи расправьте, никуда не спешите. Поставьте правую руку, левую вперед, руки довольно-таки широко, чуть-чуть таз уведите вперед, ноги назад, и на два счета мы отжимаемся вниз и вверх, вверх. Живот подтянут, мы не спешим. Здесь самое главное – подтянутый живот и копчиком тянитесь к пяткам. То есть не поднимайте копчик вверх. Вот этого быть не должно. Вот этого. Да, мы тянемся вниз, подкручиваем как будто таз. Вперед. Еще 4 раза вниз. Вниз, вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх. Последний раз. Потянулись назад. Вы молодцы. Потянулись назад. Аккуратно сейчас опять поднимаемся и ложимся с вами на бок. На бок, ничего сложного. Ложимся на бок. А если у вас есть подушка, вы можете спокойно подложить под голову. Если нет, опускаемся вниз. Опускаемся, ноги согнуты. Плечи расправлены. Подъем верхней ноги вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Выдох на усилие. Мы работаем на ягодичную мышцу, на отводящую. На эту мышцу мы сегодня во время занятий еще не работали в силовом режиме. Поэтому постарайтесь. Я надеюсь, что вы будете больше чувствовать здесь. Не напрягайте стопу, не напрягайте голень. Только ягодицы. Вверх, вниз. Выдох. 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 Мы продолжаем работать. Если вы устали, положите ногу вот таким образом. И отдохните немного, если вы устали. Если вы не устали, мы продолжаем работать вверх, вниз. Вверх, вниз,
вверх, вниз. Отлично. Опускаем ногу, немного отдохните, плечи расправьте. Потянитесь рукой, вытянитесь, плечо уведите от уха. Поднимите руку вверх, уведите руку назад, растяните грудную мышцу. Вдох, на выдохе опять поставьте руку вперед и ногу выпрямите. Отсюда подъем ноги вверх, вниз. Ногу можно вывести немного в диагональ. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Выдох, вдох. Вверх, вниз. Еще 8 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Закончили. Колено к себе потяните, расправьте плечи, аккуратно обопритесь на пол, не резко, спокойно поднимитесь. Опять мы встаем на колени, руки широко, живот потянули, копчиком потянулись к пяткам, макушкой вытянулись вверх на 2 счета. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вверх, вниз. На каждый счет готовы? 8 раз. Работаем. 8. Выдох. 7. Выдох вверх. 6. Выдох. 5. Еще 4. 3. 2. Я с вами. 1. Отлично. Потянулись назад, растянулись. Надеюсь, вы грудную мышцу почувствовали. Расслабьте шею. Мы делаем вдох, аккуратно поднимаемся и ложимся на бок на другую сторону. Ложимся аккуратно, опускаемся спокойно. Если нужна подушка, подложите под голову, согните ноги, подтяните к себе. Мы работаем подъем ноги вверх-вниз. Живот подтянули, не разворачивайтесь, не ложитесь на спину, только ваша нога вверх-вниз. Я прошу вас, акцент на это. Высоко ногу поднимать не надо. Проверьте. Только нога. Выдох. 2 восьмерки. 7, 6. Выдох. 5, 4, 3, 2. Еще 1 восьмерка. Держимся. 8. Если вы устали, помним, да, как мы кладем ногу и отдыхаем. Я вас не заставляю делать через боль, через сильное напряжение. Вы должны чувствовать ощущение приятное в мышце, чувствовать, что она работает. Есть? Хорошо. Опускаем ногу, кладем. Опускаем. Можно выпрямить нижнюю ногу, таким образом растянуться. Если все хорошо, мы возвращаем ноги. Потянулись за рукой в сторону, плечо увели от уха. Поднимаем руку вверх, уводим назад. Мы делаем вдох, вращение рукой, кладем руку на пол, выпрямляем ногу, чуть-чуть выводим ее в диагональ, потому что мы в прошлый раз делали так же. И подъем ноги вверх, вниз, 2 восьмерки, 7. Стопу расслабьте, стопа расслаблена. Нет напряжения ни в лице, ни в спине, живот подтянут, ягодицы также. Самое главное, мы работаем в удовольствии. Работаем. Вверх, вниз, вверх, вниз. Продолжаем. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Да, уже есть ощущение. Еще 4 раза. Делаем 4. 3, 2, 1. Вы молодцы. Аккуратно опускаем ноги. Расслабляемся. Делаем вдох. И на выдохе мы работаем на мышцы живота. Переворачиваемся на спину. На спину. Ноги на ширине таза. Руки за голову. Подбородком потянитесь вверх. Представьте, что у вас между подбородком и грудью зажато яблоко. Живот втянули. Отсюда подъем плечи вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Не напрягайте шею. Ваша голова в ваших руках. Самое главное, мы поднимаем плечи вверх, 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 вниз, вниз, вверх, вверх, на каждый счет. Готовы? И выдох, 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 выдох. Еще 8 раз. 8, 7, 6, 5, 4. Осталось 3. Держитесь, должно быть здесь ощущение. Вы можете даже руку положить и попружением вверх. 3, 2, 1. Вниз. Выдох, выдох, выдох вниз. 7 раз. 7,
шесть, пять, четыре, три, два, один. Легли. Правое плечо. Мы сейчас опускаем на пол, расправляем руку. Левое плечо тянется к правому колену. На два счета поднимаемся. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Вниз, еще вверх, вверх, вниз, вниз. Работают косые мышцы. На каждый счет две восьмерки. Восемь, семь. Шесть, не пружиним, пока просто. Пять, четыре, три, два. Еще одна восьмерка, держитесь. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Меняем руки, кладем другую на пол, плечо прижимаем. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх. На каждый еще две восьмерки. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Один. Еще одна восьмерка. Держитесь. Восемь, семь, шесть, пять. Осталось четыре, три, два, один. Опускаемся. Если вы чувствуете, что есть еще желание, и вы можете еще, вы можете повторить этот комплекс, сделать еще раз. Также работай на пресс. Запомните, самое главное, не напрягайте ни таз, ни плечи, все только мышцы живота. А сейчас подтяните к себе колени, немного растянитесь. Отлично. Аккуратно опускаем одну ногу, вторую, переворачиваем. Аккуратно можете подняться либо таким образом, либо перевернуться через бок. Мы должны лечь на живот. Ложимся на живот. Это последнее на сегодня упражнение. Мы работаем на мышцы спины. Ложимся. Руки за голову, расслабьте ноги, расслабьте бедра, носки чуть заверните внутрь. Руки положите на затылок, макушкой потянитесь вперед. Отсюда подъем вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Работают мышцы спины, вверх. Вы должны чувствовать здесь. Самое главное, не напрягайте поясницу. Для этого сильно-сильно надавите лобковой костью и подвздошными костями в пол. Втяните живот, чтобы пупок стремился к позвоночнику. И нижние ребра также надавливают в пол. Тогда ощущение в мышцах спины перейдет в верхний отдел, в грудной. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Опустили, немного отдохнули, подтянули живот, полежали, отдохнули, плечи расправили. И еще один подход, но мы делаем это динамично. Готовы? Руки за голову вверх, вниз. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох 8 раз. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Три пружины наверх. Работаем. Три, два, один. Опустили. Еще раз. Три, два. Опустили. Семь пружин. Семь, шесть, пять, четыре, три. Опускаем, отдыхаем. Ладони под плечи. Мы делаем вдох, отталкиваемся. И тазом тянемся назад. Тазом тянемся назад. Мы делаем вдох. Встаем, ладони под плечи, ноги на ширине таза. Круглой спиной потянитесь вверх, шею расслабьте. Прям сильно-сильно круглой спиной потянитесь вверх. Выровняйте спину и аккуратно садимся на пол, садимся по-турецки. Мы расправили плечи, вытянулись. Это заключительная часть. Сейчас мы с вами потянемся. Расслабим мышцы, приведем их, постараемся привести их в нормальное состояние, то есть не сокращенное, а вернуть в исходное.
Мы расправляем плечи, аккуратно подтягиваем к себе локоть, растягиваем передний пучок дельтовидной мышцы, то, что мы делали в самом начале, разведение рук с гантелями. Вдох, другая рука. Потянитесь руками вперед. Уберите руки назад. Соедините в замок, грудью потянитесь вперед и руками назад. Здесь мы растягиваем передний пучок дельтовидной мышцы, немного грудные мышцы. Грудные мы сегодня с вами отжимались, а на передний пучок мы поднимали гантели вперед, выводили их в самом первом интервале силовом. Расправляем плечи, поставьте руку рядом с собой, другой потянитесь в сторону. Не сильный наклон, потому что мы растягиваем с вами в большей степени межреберные мышцы. Это мышцы дыхания. А сейчас сделайте вдох, на выдохе чуть-чуть сдвиньте руку в сторону и теперь чуть ниже наклон. Плечи уведите от ушей, это уже внешняя сторона, боковая сторона, растягиваются мышцы. Мы делаем вдох, рука в сторону, другая. Небольшое скручивание, межреберные. Вдох, сдвигаем руку, наклон более глубокий. Мы делаем вдох, тянемся руками, плечи расправляем, поднимаем руки вверх. Сгибаем руку в локте, растягиваем трицепс. Помните, мы работали с гантелями. На бицепса мы сегодня не работали, но бицепс и так у нас активно работает в нашей жизни, в обычной. Мы носим тяжелые сумки, мы что-то поднимаем. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете работать на бицепс, но особо активно, я считаю, что на это нет смысла работать активно. Аккуратно потянули шею, растянули. Другая. Плечи расправляем, мы делаем вдох. Одну ногу переносим за другую, растянем. Ягодичные, потому что ноги мы потянули еще, когда заканчивали основную часть, стоя. Вы помните? И последний. Растягиваем. Здесь. Плечи расправили, макушкой вытянулись вверх, собираем по-турецки, мы делаем вдох и выдох, спина ровная, еще раз делаем вдох, собираем руки, аккуратно поклонитесь себе, вы молодцы, я рада, что вы занимаетесь, я рада, что вы тренируетесь, удачи вам и здоровья, до свидания.